Что скорее, кто-то ходит за мной и стучится в двери. Внимание, бойцы! Блэквуд устраивали эксперименты с кибернетическими имплантатами неподалеку отсюда, но потеряли контроль над ситуацией. Ваша машина оснащена генератором Эмми, который выведет из строя главный терминал базы. Задача отряда – доставить машину туда. Ваши позиции приближаются. Потом в тишине что-то шумно вздохнуло, зашуршало, и все поняли, почему исчезли гусеницы. Один во всей вселенной. На свете миллион таких городишек, и в каждом так же темно, так же одиноко, каждый так же от всего отрешен. В каждом свои ужасы и свои тайны, пронзительные заунывные звуки скрипки. Вот музыка этих городишек без света, но со множеством теней. Какое необъятное, непомерное одиночество. А неведомые овраги, что засасывают, как трясина. Жизнь в этих городишках по ночам оборачивается леденящим ужасом. Разуму, семье, детям, счастью со всех сторон грозит чудище и некоторому. Блэквуд. В тот вечер мужчины собрались перед табачной лавкой и принялись сжигать дирижабли, топить боевые корабли, взрывать пороховые заводы, словом, смаковать хрупкими ртами те самые бактерии, которые в один прекрасный день их убьют. С того вечера у табачной лавки прошло много лет, и вот уже я сам, сжигая вертолеты, топлю военные корабли. Словом, смакую хрупким сознанием ту самую жизнь перед лицом войны, которая в один прекрасный день выведет меня в новую реальность. Меня зовут Дуглас.
Дуглас Сполдинг, Гринтаун, штат Иллинойс. Вот уже несколько лет я служу в отряде специального назначения Warface. К черту смерть и тьму, изберем же жизнь. Так вот оно что, значит это участь всех людей, каждый человек для себя один единственный на свете, один единственный сам по себе среди великого множества других людей и всегда боится. Вот как сейчас, ну закричишь, станешь звать на помощь, кому какое дело. И все равно не стать сильным, значит стать наемником отряда Warface вовсе не утешение. Значит в жизни нет прибежища, нет такой надежной цитадели, что устояла бы против надвигающихся ужасов группировки Blackwood.
принял. Они приходили неслышно, уходили почти бесшумно. Трава прогибалась и распрямлялась вновь. Они скользили вниз по холмам, точно тени облаков. Отряд Warface.